Премьер-министр Румынии Виктор Понта подал в отставку по требованию граждан. Недовольство жителей вызвало трагедия в ночном клубе Бухареста. Немедленные отставки главы правительства, а также министра внутренних дел накануне потребовали около 25 тысяч участников акции протеста в румынской столице. Демонстрация прошла через несколько дней после пожара в местном ночном клубе. Как выяснилось, при организации пиротехнического шоу в заведении «Коллектив» были нарушены правила техники безопасности. В результате пожара и давки погибли 32 человека. Общее количество пострадавших – 130 человек. Мы потеряли родных и друзей. Все должно было быть по-другому, но радость превратилась в горе. Сейчас мы требуем, чтобы виновные в случившемся покинули свои должности. Я не заинтересован в отставке правительства. Сейчас речь идет о том, чтобы в стране изменилось все. Не только руководство, но и все мы. Я больше виновен в случившемся, чем владельцы этого клуба. Я несу ответственность за всю страну. Было бы неправильно выставить виновными в произошедшем мэра или министров. Моя отставка – это ответ на недовольство общества. Я всегда участвовал в политической борьбе, но не собираюсь воевать со своими гражданами. Я складываю из себя полномочия главы правительства, и за мной последуют все министры.